На 2000 выросла рождаемость в Подмосковье за первые месяцы 2020 года. По словам губернатора Андрея Воробьева, в регионе построены современные центры материнства и детства, где врачи оказывают всю необходимую помощь во время сопровождения беременности и при родовспоможении. Каждое медицинское учреждение оснащено самым современным оборудованием, а врачи борются за жизнь каждого ребенка. Помимо этого, в Подмосковье реализуется проект «Стань мамой в Подмосковье». Эта комплексная услуга направлена на создание комфортных условий, которые позволяют женщинам получить документы на малыша, не выходя из палаты. Сотрудник ЗАГС оформит свидетельство о рождении, справку для получения единовременного пособия при рождении ребенка, временный полис ОМС, присвоение номера ННН. В комплексную услугу входит прикрепление ребенка к поликлинике. По поручению губернатора при рождении малыша в Московской области выдаются подарочные наборы «Я родился в Подмосковье». В него входит более 50 наименований, необходимых на первый период жизни для малыша, и также продукции для мамы. Весь товар сертифицирован. Общий вес коробки около 10 килограммов. Его родители получают в день выписки из медицинского учреждения.